свято выстраиваемся. Спортивные костюмы, шапки и варежки потеплее, лыжи и палки. Ну и все, к забегу готовы. Анастасия Пашкевич, как и многие здесь, не может назвать себя асом в этом виде спорта. Признается, на лыжах в последний раз стояла в школе. Но от возможности снова прочувствовать прелесть первых шагов, говорит, отказаться было бы глупо. Поэтому вместе с коллегами девушка готова преодолеть трассу. Появилась сегодня возможность привести весь коллектив, собрать на чудесном этом мероприятии, чтобы, так сказать, сплотить еще больше. Ну и найти победителя, естественно, среди нас и наградить призами. Ну, конечно, понравится. Это же, ну, не один ты катаешься, а в составе команды, и все будет прекрасно. Среди участников соревнований несложно найти и тех, кто уверенно стоит на лыжах, поскольку зимы в последние годы у нас редко бывают такими снежными, чтобы можно было вдоволь накататься. Все любители этого вида спорта собрались здесь, и каждый в этом преследует свои цели. Во-первых, победу, призы, очень хорошие призы будут разыгрываться. Тюбинг, велосипед, коньки. Трасса, я не сказал бы, что она плохая, средняя такая вот. Стрельба будет, по 3 выстрела. Принять участие в соревнованиях мог каждый. Всего собралось больше 100 человек. Табачная фабрика «Неман» всегда выступает за семейные ценности и отдых. Поэтому некоторые из сотрудников не упустили шанс приобщить к лыжному спорту своих детей. Тем более, что найти лыжи маленького размера не проблема. А зимнее хорошее настроение у ребятни всегда есть. А большего, пожалуй, и не надо. Я катаюсь сегодня первый раз. Я хочу очень научиться. И сегодня очень хорошая погода. Гуляйте. Поскольку уровень подготовки участников соревнований разный, выбрана оптимальная протяженность трассы – всего 1 километр. Для начинающих не так сложно, как может показаться, а для более-менее опытных не совсем скучно. Почему лыжи? Потому что в этом году нас погода радует. Выпал наконец-то долгожданный снег, все по нем соскучились. У многих наших сотрудников были уже давным-давно приобретены лыжи, поэтому было такое предложение среди сотрудников, чтобы провести вот именно лыжню. Соревнования по лыжному спорту – первое мероприятие, посвященное празднованию будущего юбилея Гродненской табачной фабрики «Неман». Старт положен, причем удачно, а значит и все последующие будут успешны. Иоланта Будила, Яна Мельниченко, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+.